На день рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя хотелось бы вспомнить всевозможные интересности из его биографии, что ли. В эту жизнь Николай Васильевич пришел под фамилией Яновский. Происходил он из дворянского рода и по прошению отца был еще в детстве признан дворянином, получив при этом новую фамилию – Гоголь-Яновский. Судя по всему, писатель обладал польскими корнями. В биографии Гоголя упоминается, что его дед в официальных бумагах указывал, что ведет род из Речи Посполитой. В семье родителей Николая Васильевича было целых 12 детей, включая его 6 мальчиков и 6 девочек, но половина из них не пережила детского возраста. Интерес к театру у Гоголя возник еще в детстве. Исследователи склонны связывать это с влиянием отца, который, как известно, был великолепным рассказчиком, а также автором ряда театральных пьес. Всю жизнь Гоголь стеснялся своего носа, считая его некрасивым. Он даже просил живописцев, создававших его портреты, изменить его форму на более, как ему казалось, привлекательную. Возможно, происхождение и биографии Гоголя были фальсифицированы еще его дедом, который таким образом получил дворянство, скрыв свое происхождение из семьи священников. Но точных доказательств этой теории нет. Отец писателя был вдвое старше его матери, когда они поженились, ей тогда было всего-то 14 лет. Судя по всему, род Гоголя получил свою фамилию благодаря Остапу Гоголю, известному казахскому гетману. По крайней мере, именно такая основная версия. Назвали будущего писателя в честь святого Николая. Современники всегда поражались феноменальной памяти Гоголя. Николай Васильевич с легкостью усваивал огромные объемы информации и никогда ничего не забывал. Слава пришла к нему далеко не сразу. Первая его публикация оказалась настолько холодно встречена публикой и критиками, что писатель сам скупил весь тираж, какой сумел, и уничтожил. У Николая Васильевича хватало странностей. К примеру, всю жизнь Гоголь ходил только по левой стороне тротуаров и дорог, а не по правой, как все остальные, что по понятным причинам создавало неудобства для него и для других пешеходов. А еще у него была привычка грызть за работой кусочки сахара. Он постоянно носил его с собой, положив прямо в карман. Поэтому в карманах писателя всегда было полно сахарных крошек. Гоголь умел неплохо готовить. Современники утверждали, что он был отличным кулинаром, особенно преуспевшим в приготовлении таких блюд, как галушки, пельмени, вареники. На протяжении всей жизни Гоголь боялся быть похороненным заживо. Он даже написал инструкцию, согласно которой в случае его смерти его необходимо было хранить только после того, как будет на 100% очевидно, что он уже не жив. Знаменитый «Мертвые души», одно из самых известных его произведений, на самом деле имели продолжение, но оно так и не увидело свет, так как Гоголь уничтожил уже готовую рукопись. Писатель был человеком довольно религиозным, но очень суеверным. И незадолго до смерти он начал утверждать, что слышит голоса, предвещавшие ему скорую кончину. Произведение «Вий» с авторством Гоголя было неоднократно экранизировано. Сам литератор утверждал, что не сам его сочинил, а взял за основу услышанную как-то народную легенду, но при этом исследователям не удалось найти ни одного народного сказания, схожего с сюжетом и с «Вием». В число странных фобий Гоголя входила боязнь грома и молнии. В панику он не впадал, но в такую погоду чувствовал себя явно некомфортно, будто его что-то сильно гнетет. Писатель очень осторожно относился к новым знакомствам. Его компанию и его друзей вдруг разбавляли незнакомцы, то он в большинстве случаев уходил, не желая общаться с незнакомыми людьми. Сосредоточиться за писательской работой Гоголь помогал хлеб. Он мял его в руках и скатывал из мякиша хлебные шарики, которые затем поедал. Александр Сергеевич Пушкин очень высоко ценил творчество Гоголя. Оба знаменитых литератора были знакомы лично и даже дружны. И Пушкин даже подарил Николаю Васильевичу собаку экзотического по тем временам мопса. Писатель чуть был не чужд коллекционированию, причем выбор он сделал весьма экстравагантный. Он начал собирать миниатюрные книги. Коллекция у него была довольно-таки обширная. Гоголь никогда не был богат, но при этом он и не стремился к богатству или стяжательству. Когда его родители умерли, он по доброй воле отказался от своей части наследства в пользу своих сестер, рассудив, что им деньги нужнее, чем ему. После похорон Гоголя на его могилу установили массивный надгробный камень. После его перезахоронения надгробие заменили, и первый камень надолго убрали в подсобку с кладбищенским инвентарем, соскоблив с него надписи. Позднее его установили на могилу писателя Михаила Булгакова, где он и стоит по сей день. Первое свое произведение
поэму «Ганс Кюхельгартен» Гоголь опубликовал под псевдонимом Аалов. В краткой биографии Гоголя упоминается, что в молодости, сразу после переезда в Петербург, он пытался стать театральным актером, а затем и чиновником, но в обоих случаях не добился успеха. Просто столица удивила писателя высокими ценами, ему пришлось испробовать разные способы зарабатывать себе на жизнь. Возможно, жизнь Гоголя повернулась бы иначе, если бы он развивал себе талант к живописи. В детстве он постоянно рисовал и очень талантливо, но рисунки его казались взрослым странными и порой даже пугающими, поэтому он забросил изобразительное искусство. Знаменитая пьеса «Ревизор» могла никогда не увидеть свет, так как Николай Васильевич не раз был на грани и собирался прекратить работу над ней, но Пушкин каждый раз убеждал Гоголя продолжить работу над «Ревизором». В основу сюжета «Ревизора» легли реальные события, происходившие в Новгородской области. Их свидетелем был Александр Сергеевич Пушкин. И именно он подсказал своему другу Гоголю идею превратить их в пьесу. Писатель еще в юности отлично владел швейными принадлежностями. Он шил платья, а также вязал шарфы и другие мелочи, которые дарил своим сестрам. Многие знаменитые литераторы в совершенстве владели несколькими иностранными языками, но не Николай Васильевич. За всю жизнь Гоголь так и не освоил ни одного другого языка, кроме русского, но на высоком уровне. Сам писатель вспоминал, что во время учебы его преподаватель постоянно критиковал творчество Пушкина и Жуковского. Эта критика и вызвала повышенный интерес Гоголя к их произведениям. Гоголь мог ли не иметь никакого отношения к автору «Мертвых душ» и «Ревизора», так как появился десерт задолго до него. Сам же писатель называл Гоголь Могилем напиток собственного изобретения, состоящий из козьего молока, сахара и рома. Николай Васильевич немало путешествовал по России, но за ее границы почти не выбирался, хотя однажды он побывал в Риме, где, вероятно, и подхватил малярию, осложнения от которой впоследствии послужили причиной его смерти. Из-за свойственных Гоголю странностей долгое время бытовало мнение, что он страдал от каких-то психических расстройств. Современные исследователи проанализировали его творчество, переписку, пришли к выводу, что это не так. Если литератор от чего-то и страдал, то это от серьезной депрессии. Широкая известность к нему пришла лишь после публикации «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Гоголь завещал похоронить себя лишь после того, как у тела появятся явственные признаки трупного разложения. Его воля была исполнена, несмотря на то, что в начавшее разлагаться тело служило источником сильного запаха. Писатель никогда не был женат, он и не оставил после себя потомства. Более того, не сохранилось вообще никакой достоверной информации о том, что при жизни Гоголь состоял в отношении с кем-либо. В честь знаменитого писателя был назван астероид 2361 Гоголь, открытый в 1976 году советскими астрономами. Ну что ж, вот такие вот всевозможные интересности о Николае Васильевиче Гоголе. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.